пробивайся через «не могу». Возвращался к Богу человек. А у нас сегодня в гостях музыкант и, в первую очередь, конечно, священник, отец Анатолий Першин. Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо. Но батюшка для меня сегодня вообще раскрылся, как тюльпан. Если бы не радость и свет, если бы не горечь и дождь, как бы получил ты ответ? Молитвенно-исповедальная песня, но это та исповедь, которая затрагивает нас всех. Кто сможет не свернуть с этого пути? Он всегда остается для нас такой тайной. А где-то там, в небесах, где нет ни боли, ни страха, ни слез. Наши любимые песни в субботу, 28 ноября, на Спасе.